Союзу Мундрая 24 марта 2023 года исполняется ровно 3 года. Поздравляем! А впереди нас ждут еще множество интересных событий. Давайте пройдем этот путь вместе. Добрый день, друзья! Я Ольга Свиридова. В Союзе Мундрая с момента его основания. Я оптимистка. И несмотря на то, что в нашей жизни пока еще очень много негатива, я вижу и другую сторону нашей жизни, позитивную, светлую. Это и желание людей помогать друг другу, сочувствовать, сострадать, умение любить, дружить, восхищаться красотой, желание направить энергию людей, а значит усилить эту светлую сторону нашей жизни. Вот это цель моих работ в Союзе Мудрая. Это мои авторские медитации и поэтические программы. Здравствуйте, меня зовут Марина Шлемина, и я кристальный мастер Союза Мудрая. С помощью камней и кристаллов я занимаюсь целительством, помогаю раскрывать свою внутреннюю божественную природу и налаживать связь со своим Высшим Я. Я мастер йоги Союза Мудрая Ната Хара. Задачу Союза вижу в объединении энергии Земли и Неба. Моя роль – популяризация древних знаний о йоге и веданте. Йога тоже переводится как союз. Союз тела, ума и души. И человек, практикующий эту древнюю науку, приходит к цельности и гармонии. По месту своего жительства, Челябинская область, я считаюсь хранительницей Аримои. Добрый день, друзья! Я Михаил Иверов, и моим направлением является установка связи и развитие коммуникации с самим собой. Здравствуйте! Меня зовут Кристина Мерима. Я мастер радости в Союзе Мудрая. В сотворчестве с вознесенными учителями я создала легкую, радостную, трансформационную игру «Море любви». На энергиях любви, свободы и радости с помощью игры я помогаю мужчинам и женщинам любить себя, раскрепощаться, восстанавливать контакт со своим внутренним ребенком. Я мастер Союза Марина Иверова. Веду лекции, прямые эфиры, личные консультации, обучающие курсы, которые способствуют духовному развитию людей и открывающие в них безграничный кладезь знаний и способностей. Организую физические встречи нашего коллектива на международных просторах для проведения планетарных эволюционных работ. Хотелось бы сказать о Союзе Мудрая, почему я здесь, что мне здесь нравится. Мне очень дорого и очень важно для меня то, что наше духовное сообщество «Союз Мудрая» организован по инициативе и с помощью наших вознесенных учителей, учителя Эльмория, учителя Удрая. В лучах любимых учителей мы направляем людей к обретению своей целостности и внутренней свободы, к раскрытию своего творческого потенциала. Здесь мы стремимся к единению и сотрудничеству на благо всех людей и всего мира. Вы здесь встретите очень теплую, дружескую поддержку. Вглядите в свое сердце. Чей живет там портрет? На психологических консультациях, которые происходят на площадке Союза Мудрая, мы помогаем людям отвлечься от сожаления о прошлом и, используя данный накопленный опыт, который каждый из нас имеет, в построении нового счастливого для себя будущего, где каждый вариант мы выбираем сами. Задача нашей службы – дать положительный импульс. Ну, а как пойдет дальше, все зависит от вас. Я счастлива быть частью Союза Мудрая. Здесь я встретила замечательных людей, близких мне по духу. Союз Мудрая – это пространство любви и свободы сердец в лучах наших учителей Эльмория и Юрия Рериха, Удрая. Здесь развернуто множество направлений деятельности. Есть ведущие мастера, действует постоянный WhatsApp-чат. У нас есть еще и клуб для женщин, женская атмосфера, где мы можем полностью быть сами собой и говорить на все темы, познавать новое и находить решения из всех ситуаций.
Мы всегда на связи. И в заключение хотелось бы пригласить всех, кто ищет духовную информацию, духовное общение, кто хочет вкладывать свою энергию, свои силы в световые работы под руководством Семьи Света, в наш Союз Мудрая. Приглашаю в Союз Мудрая, Союз Творчества, Единения и устремления к самому светлому и прекрасному будущему всего человечества и нашей любимой планеты. Приглашаю в Союз тех, кто ищет духовного водительства на пути к себе настоящему. Приглашаю в наш дружный коллектив всех, кому резонирует наш союз. Когда вы окажетесь в этом пространстве, вы получите мягкие условия для раскрытия себя нового. Когда вы будете готовы, когда ваш разум будет готов освободиться от старых деструктивных программ, вы получите новые уникальные возможности и способность видеть сердцем. Поскольку случайные люди в нашем пространстве надолго не задерживаются, особенно приятны будут встречи физические где-нибудь на просторах нашей Матушки Земли. Добро пожаловать, друзья! Приглашаю вас в Союз Мудрая! Здесь вы найдете то, что ищете. Друзья, зову вас к нам. Приходите. Здесь вы точно найдете поддержку и дружбу, понимание. Здесь вы сможете раскрыться.